Наш Бог, просим милости Твоей, пощади народ сей погибающий в разврате, в воровстве, в сквернословии, и наставь на путь истины евангельский, дабы человек не попал в гиену огненную. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Милости Твоей полна земля. Ибо Ты все сотворил, землю, солнце, луну и звезды. Твоя рука сотворила, чтобы человек знал Тебя, приходил к Тебе с молитвою. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй. Слава Тебе за этот благоприятный день. Сколько милости Ты оказал нам. Даруй духовное рождение свыше патриарху, епископам, священникам. И пошли добрых проповедников, миссионеров, к язычникам, иудеям, мусульманам, христианам и язычникам, дабы все познали любовь Твою безмерную, Твою жертву, принесенную на Голгофе, что Ты умер за грехи людей и ждешь их с покаянием. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Уповаем на милость Твою, Христе Боже наш. Ты взял грехи всего мира, ибо верующий в Тебя имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Слава Тебе, Христос, истинный Бог наш. И даруй, Господи, мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. Приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Милосердие Твое бесконечно велико. Дед, ты что делаешь? Будет день, когда наступит время суда. И каждая тварь ворва погибели, куда сатана столкнул их. Избавь народ сей от разврата, воровства, сквернословия. Ибо страшная участь ожидает грешника нераскаянного. Лучше бы ему не родиться, нежели родившись не познать Тебя, истинного Бога, Христа, Спасителя нашего. Аллилуйя! Господи, пошли мир и благословение этим людям, дабы они желали молиться Тебе, восславлять Твое святое имя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Господи, Ты послал пророка Иону, развращенной Ниневии, сказать, что ожидает ее через 40 дней. Ты помиловал их, Господи, Боже мой. И это дикое племя сегодня не знает Тебя. Они Я сейчас должен начать гореть. Господи Боже просто наш. Блядь, гореть. Я тоже. А я думаю, пошли помощь Твою святую, дабы не были запечатлены знаком Антихриста, не погибли, не зная Тебя. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание свое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, единосущная Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Уповаем на Слово Твое, Святое Евангелие и Святую Библию, из которой мы познаем волю Твою святую. Ты не желаешь смерти грешника, но ожидаешь, чтобы все пришли к покаянию. Встали на путь истины, добра и воления. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, погибнуть из-за рва погибели, выведи его светом любви Твоей. Пощади сотворенных по образу Твоему и потерявшим этот образ, служащему во лжи, разврате, воровстве. Не дай им погибнуть, ибо близится судный день, когда человека ты будешь судить соответственно тому, что он делал в жизни, доброе или худое. Лучше бы не родиться человеку, который не примирится с тобой, не примет твою голгофскую жертву. Ты был распят за наши грехи, Господи, мы славим Тебя.
Достойно есть всякого истину, блажите тебе Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога Слова росшую и сущую, Богородицу тебя величаем. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ты сам призываешь всех людей, говоря, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое, и найдете покой душам вашим. Хвала тебе за любовь твою. Ты послал на землю Сына твоего Иисуса Христа, который взял грехи всего мира и мой грех. Ты простил меня, наставил на истинный путь, благословил, укрепил силою. Это все любовь твоя. Ты даруешь мир. Хвала тебе. Господи, даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Дабы ты не нечаянно пришел, но ожидаемый, любящий. Мы просим тебя о родных и близких, не познавших тебя, о пьяницах, утонувших в разврате, в куреве. От всего, что не славит тебя, избавь их, Господи Боже наш. Ибо тело наше – это храм твой. Ты сам сказал, приду, вселюсь, и вы будете моим храмом. Слава тебе! Аллилуйя! Нет тебе равных, ты один Господь, и славы твоей ты не дашь никому. Хвала тебе, наш Господь! Блаженны люди, уверовавшие в тебя. Ты сам сказал, что если даже и ангел с неба сойдет, или все апостолы, и будет говорить не то, что написано в Святой Библии, анафеме моему, да не будет это над нами. Научи нас вникать в эту книгу, Господи, покоряться тебе. Ты сам дал великие заповеди, любить тебя, Господа Бога, Творца нашего, всем умом, всей крепостью, всем разумением и помышлением, и ближнего любить, как самого себя. Ты о врагах позаботился, чтобы мы любили врагов. Если он голоден, накормили его, жаждет, напоили и привлекли его к твоей любви. Слава тебе! Да. Ты дал нам меч спасения, слово твое. Ты дал шлем, веру. Мы прославляем твое святое имя, Создатель. Небо и земля, небо, звезды, солнце, все тобой сотворено. Для прославления твоего дивного имени. Аллилуйя! Прибудь с нами, с народом твоим. Научи нас видеть нуждающих тебе. Научи нас любить и врагов. Во всем покоряясь воле твоей. Восстанови, Господи, слава тебе. Прости мои согрешения, тайные и явные. В уме и в помышлении. Во дне и в ночи. Во все дни жизни моей. От юности до сего дня. Я благодарю Тебя, что Ты продляешь нашу жизнь и ждешь покорности от народа Твоего. Аллилуйя! И рождение Твое ознаменовалось тем, что и ангелы воспели, слава Вышних Богу! На земле мир, Господь! Хвала Тебе, ибо нет иного, кроме Тебя, столь любящего свое создание, долготерпеливый и многомилостивый. Ты не погубил Ниневию, пощади наш русский народ. Открой ему истину твою, дабы торжище в храмах прекратилось, дабы священники знали слово твое и проповедовали его, дабы многие люди еще нашли тебя и покорились тебе. Слава тебе! Благодарю тебя, Господи, за милости, явленные нам, за слово твое, научающее нас истине. И если человек говорит не по слову, как говорит пророк Исаия, то нет в нем света. Да не будет это над нами, чтобы мы сверяли свои слова со Священным Писанием, со Святой Библией. Аллилуйя! Благодарю тебя, Господи, за ангела-хранителя, который защищал и миловал. И впредь не оставь милостью твоей. Мы славим твое святое имя, прославляем дивные,
и страшные, и непонятные дела, которые совершаются, и во все свое время окажется на пользу. Близко пришествие Твое, о чем возвещают события мира сего. Научи нас быть внимательными, чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в духе. Откроем истину и покажи, как быстро все кончается на этой земле, и с чем они предстанут. С детских лет эти люди покинуты и не знают Тебя. Тьма омрачила их очи. Просвети светом любви Твоей. Не дай им погибнуть, Владыка Святой. Ибо Ты сказал, пустите детей приходить ко Мне, ибо их есть Царство Небесное. Сжалься над этим поколением. Привлеки так, как только Ты знаешь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за неизреченные милости Твои, аминь, за долготерпение Твое, Господи. И этим людям открой истину Твою, Святое Евангелие, жалким покинутым, с чем они явятся на суд Божий перед Тобой. Помилуй их, Господи, пошли к ним свидетелей Твоих, дабы они возвестили им путь спасения, как некогда святой Герман читал всю ночь божественные книги, а Евдокия услышала его и обратилась. Так да будет и с этими людьми. Слава Тебе! Мы уповаем на помощь Твою во всяком добром деле. А злого, Господи Боже наш, слава Тебе! Ты барана резал сегодня? Найди этих людей, Господи, открой сегодня истину барана резал, Твою, нет? Дабы они знали, что есть суд Божий. И где они пред... Слава Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога, стойкущего славянства. Аллилуйя! Господи, пошли любящих Твоих, христианам, язычникам, мусульманам и буддистам, возвести истину Твоей любви Твоей, что Ты умер за грехи человеческие, чтобы человек не попал в пропасть адскую. Будь милостив, долготерпеливый. Ты еще продляешь время, чтобы люди искали Тебя, поклонялись Тебе и любили Творца неба и земли. Видимо, аллилуйя. Выйти на свободу, ибо делающий грех есть раб греха. Если Сын освободит, то люди истинно свободны будут. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови нас, Господи, дабы Слово Твое услышали многие люди. Аллилуйя! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание Свое. Славлю Тебя, Господь! Аллилуйя! Слово Твое истинно. Милосердный Создатель, из этого рая тьмы извлеки людей, попавших туда, не знающих Тебя, что приближается суд Божий, и с чем люди предстанут перед Тобою. Найди еще новые души, заблудшие, не знающие Тебя, погибающие в разврате, в пьянстве, в дерзости, в богохульстве. Не дай им погибнуть. Твоя любовь докоснется их сердец, чтобы они знали, что из-за них Ты умер, страдал. Их кровь Твоя пречистая омывает от всякого греха. Слава Тебе!
Блажен верующий в Тебя, ибо ему обещан рай. Несчастные люди, неверующие в Тебя, им обещан огонь вечной муки, черви умирающие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови нас, Господи, прославить Тебя за все Твои милости, явленные нам и по сей день. Аллилуйя. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, яко на небесах, яко на небесах, дашь нам несть. Хлеб наш насущный, дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Ибо Ты сказал, что за каждое слово, которое скажет человек, он будет отвечать на суде Божьем. И он не сможет оправдаться. Ибо только доброе да исходит из уст. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Великий Господь, Ты оставил церковь на земле, как невесту Твою, чтобы люди искали, через нее находили Тебя и славили Тебя. Благодарим Тебя, наш Господь Бог. Вы что делаете? Слава Тебе, Единосущная Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Вы что делаете, я спрашиваю? Ты, Господи, говоришь, что будет суд Божий страшный, когда будет разделены овцы и козлища. И тем, которые с правой стороны, Ты скажешь, войдите благословенные в радость Господина своего. Я жаждал радость вечную. А несчастные люди с левой стороны услышат, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. Я никогда не знал вас. Я жаждал, вы любящий наш Создатель, Господь и Бог. Мы прославляем Твое могущество, сотворившего землю, небо, все видимое и невидимое. Это дело рук Твоих, и человек, как вершина творения. Как далеко он ушел от Тебя. Просвети светом разума народ сей. Будь милостив. Пошли добрых людей, знающих Евангелие, христианам, язычникам, мусульманам и буддистам, дабы свет любви евангельской, свет жертвенности Твоей воссиял над всеми. Аллилуйя! Из этого рва погибели, где собрались здесь люди. От разврата, пьянства, табакокурения избавь их. Не дай им погибнуть окончательно. Дерзость губит человек. Услыши нашу молитву о погибающих. В этом рве тьмы. Разврата, пьянства, табакокурения, сквернословия. Пошли к ним, добрых благовестников. Это Твое творение, Господи. Продли еще милость Твою. Мы благодарим Тебя за мирное время. Ты предупреждаешь, что грядут грозные и страшные испытания на всю Вселенную за то, что не покаялись, не приняли Тебя. И это все близ при дверях. Хвала Тебе, наш Господь, долготерпеливый, многомилостивый и любящий Отец. Бог есть любовь, и делающий правду идет к свету, дабы явны были дела Его. А делающий злое не идет к свету, дабы не обнаружили злые деяния его. Ты сам сказал, свет ваш да светит перед людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. Аллилуйя! Ты верующих называешь, как город на вершине горы, сияющий всеми огнями добродетелей. Аллилуйя! Ты дал заповеди и сказал, живите по ним. И слышащие об этом скажут, какой великий народ и разумный, что принял заповеди Творца. Ты говоришь, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ты прославляешь не смех, говоришь горе смеющимся ныне, и блаженны плачущие, ибо они утешатся. Хвала Тебе! Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ты говоришь, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, уподобятся Тебе, Иисусе Христе, наш Спаситель. Блаженны, когда будут гнать верующих, поносить и злословить, и Ты обещаешь им награду, хвала Тебе. Ты укрепляешь человека, чтобы он не потерял мужество. Мы прославляем Твое могущество. Ты открылся нам через Святую Библию,
которые написали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Аллилуйя! Господи, возвысь над миром православную церковь, дабы прекратилась эта торговля душами, дабы не было никакой симонии продажи в храме Твоем святом. Побуди пастырей свидетельствовать о любви Твоей, дабы непрерывно проповедовали, и даже в этот ров погибели, где здесь собрались люди, в эту тьму. Ты сказал, я пошлю вас, и пойдете, и возвестите волю мою. Благодарим Тебя, что Ты позволил это сделать. Не нам, но имени Твоему дай славу. Господи, слава Тебе, хвала Тебе. Ты позволил нам сегодня быть в храме Твоем святом и слышать наставления и молитвы святых, оставленных для нас. Аллилуйя! Боже, милостью будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Господи, Ты сам сказал, всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал человек, живя в теле, доброе или худое. И суд Твой приближается. Ты долготерпеливый, многомилостивый, даруй мир Израилю. Дай мир России, Украине и Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. Слово Твое говорит о том, что приближаются великие и грозные испытания на землю. Можно с Тобой чем поговорить? Мы представим перед Тобой. О Иисусе Слащайший, кроме Тебя нет иного Бога. Матерь Божия, заступница скорая в молитвах. Услыши молитву, покрой нас омофором любви Твоей. Святитель Христов Никола Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Добрый мой ангел-хранитель, благодарю Тебя. От скольких видимых и невидимых опасностей Ты избавлял. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь и в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. И введи ее навеки вечно царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Ты дал нам это место. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Где во тьме погибают люди от разврата, от сквернословия, злословия и лжи. Проложи к их сердцам путь Твой, дабы они познали, что Ты умер за них, чтобы принесли покаяние. Ибо не покаявших ждет вечная погибель в гиене огненной. Аллилуйя. Ты говоришь... Стою у двери и стучу, и кто отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Господи, постучи в сердца тех людей, которые не знают Тебя. Ты говорил, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых и царствие Божие. Но вот дети, развращенные с детства, они не хотят приходить к Тебе. Они богохульствуют. Умягчи их нрав. Дай им послушание старшим родителям. Не дай... Слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Аллилуйя! Благодарим Тебя, наш Господь и Бог, за эту святую возможность свидетельствовать о любви Твоей. По любви Ты отдал Сына Своего Иисуса Христа на казнь, дабы верующий в Него имел жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Будь милостив к нам, Владыка, пощади, помилуй. В какой ров погибели сатана столкнул людей? Они ничего Тебе не знают. Освети их словом истины Твоей. Только Ты это можешь сделать, Господи. Слава Тебе! Мы прославляем Твое всемогущество, ибо Слово Твое верно, и оно исполнит то, для чего Ты послал его. Ты оставил людям так, чтобы люди искали Тебя, открыли сердца для принятия истины Твоей. Они погибали в этой тьме. Избавь их от разврата, пьянства, табакокурения, лжи и сквернословия. Подними их взор к небесам, чтобы они искали Тебя. Ибо время коротко, приближается пришествие Твое, и внезапная смерть может постигнуть каждого.
Какое горе ждет человеку, как он будет жалеть, что не родился свыше. Такому лучше бы совершенно не родиться на этой земле. Благодарю тебя, мой Господь, что ты нашел нас. Ты открылся. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, водни и в нощи. Уважаемый, вот смотрите, подождите, стойте. Господи, уважаемый. Боже наш, слава тебе. Благодарим тебя за милость твою, за мирное время, которое ты даешь нам. Научи нас ценить его и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Хвала тебе и детям сирым. Простри руку твою. Пошли им все необходимое для жизни. И слово твое да вселяется в нас обильно. Слава тебе. Просвети правителей. Дай им страх твой святой, дабы мудро управляли народом. Ибо строгое взыскание будет с начальствующих. И сохрани их от покушения на них. Дабы издавали мудрые законы. И дали народу свободу прославлять тебя. Жить в достатке, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! Слава тебе за слово твое святое, которое живо и действенно, и ни одна йота и черта не исчезнет из него. И каждое слово твое дороже неба и земли. Благодарим тебя, наш Господь. Слава тебе, милосердный. Жалься над Россией. Пошли добрых пастырей, знающих тебя, и устрани торговлю из храмов, и устрани это сребролюбие в людях. Научи нас жить и в бедности, интересной, красивой, и каждому даруй все необходимое в этой жизни для прославления тебя. И жилище. Благодарим тебя, наш Господь, за услышанные молитвы, о чем мы просили. Ты исполнил. Ты живой Бог, отвечающий к живым людям на живую молитву. Мы убедились в этом. Благодарим Тебя, Господи. Наших родственников, которые не познали Тебя, найди, обрати, пощади. Патриарху, епископам, священникам, пастве, даруй духовное рождение свыше. И даруй водительство Духом Твоим святым, чтобы в этом пути никто не заблудился. Но все пришли в вечное царство любви Твоей. Господи, хвала Тебе. Благодарим Тебя. Царёв, Ты даровал человеку смотри. Глаза, чтобы человек видел всю красоту этого мира и прославлял Тебя. Ты дал человеку уши, чтобы он слышал божественные слова, а от дурного закрывал их и ничего не слышал. Все это от Тебя, наш Бог. Как мы счастливы, что Ты открылся нам. Что это избавило нас от этих пороков. Мы не оправдываемся этим, только любовью Твоею. Ибо Твоя сила, Дух Святой, осветил наши сердца. Ты позволил нам отречься от этого мира. Слава Тебе! Соделай Слово Твоим животворным семенем и живой водой для слышащих. Ибо каждого Твое Слово принесло обильный плод в 30, 60 и во 100 крат. Аллилуйя! Достойно есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, росшую и сущую Богородицу тебя величаем. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя, сокровище благих и жизни податель, приди и селись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой.